Екатерина уже более 10 лет занимается акробатическим рок-н-роллом. Результаты внушительные. Недавно пара блестяще выступила на чемпионате России в Нижнем Новгороде, по результатам которого Екатерине было присвоено звание мастера спорта. На самом деле я не знала, что я выполнила мастер спорта, потому что я думала, что норматив один, а потом мы решили открыть сайт с нормативом для выполнения, и оказалось, что выполнила мастер спорта, поэтому можно сказать, что вот самая такая эмоция – это именно удивление. Вот, потом уже спустя некоторое время радость, что вот осознание, что вот я теперь мастер спорта. Необходимо было на соревнованиях высокого уровня, это чемпионат России, всероссийские соревнования, попасть в лучшие пары, в пятерку лучших пар России. И на основании этого только можно уже претендовать на звание мастер спорта. Это все проверяется. В Министерстве спорта документы были почти год. Ну а сейчас мы с радостью можем сказать, что все, мы мастера спорта. Сальто, кувырки, парные трюки. Сложные элементы Екатерина и Никита выполняют идеально. Сила воли, целеустремленность и трудолюбие позволяют достичь больших результатов, признается спортсмен. Начинал я в Новосибирске. Собственно, я там родился, там и начинал. Первый тренер – это моя мама. Вот. Потом я переехал, соответственно, в Москву, в разных местах работал, и потом начал работать здесь, и начал тренироваться здесь, вот с Катей. И, соответственно, мы начали работать в паре. В свои 17 лет Екатерина совмещает тренировки, учебу в институте и тренерскую деятельность. Ребята часто выступают на соревнованиях различного уровня и не только. Часто пару приглашают в качестве артистов на различные концерты и фестивали. Много концертов проходит, в которых ребята принимают участие непосредственно, и очень здорово, все очень всегда красочно, и те, кто приходит к нам на наши концерты, особенно кто сидят на первых рядах, у них просто захватывает дух от трюков, от всего того увиденного, от того драйва, который выдают наши ребята. В конце октября Екатерина и Никита поедут на Кубок мира, который пройдет в Австрии. А пока покорять спортивные вершины готовятся младшие группы клуба акробатического рок-н-ролла «Кристалл». Тренировки у нас проходят 6 раз в неделю, и бывает так, что 7-й день – это соревнования. Конечно, очень хочется отдохнуть иной раз, но мы понимаем, что если мы будем как бы отдыхать, но это уже мастера спорта, это кандидаты в мастера спорта. Конечно, группа начальной подготовки, они тренируются 3 раза в неделю, по часу, по полтора. Кто-то потом переходит на 2-часовые тренировки. То есть все постепенно. Это не кажется сложным для детей. Для них, наоборот, им это нравится. И мы как бы даже идем у них на поводу, возможно, да, им хочется больше тренироваться. Мы, конечно, делаем все, чтобы они были чемпионами. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».